Змерзла мавпочка. Не роздіваюся. Добре утро, ребятки. Генує на троні. С утра 4 градуса, представляете? Похолодало после вчерашнего ветра. А я спала с открытым окном и думаю, что не так. Так свежо. Свежо. Еще и укрылась я по-летнему легким одеяльцем. И утром такая Аля говорит, что ты так рано приехала? Замерзла. Слава-то и поехала. Сейчас начнем быстренько все загружать. Людей будет. Море. Мешки чистые, стерильные. Стерильно. Сегодня у меня весенний итальянский полпетоне. Две картошки. Типа пюре, морковка, фасоль стручковая, зеленая. Что тут еще? Зеленый горошек. В общем, все, что Бог послал. Все смолотили, всю кочу смешали, яичко добавили и немножко сыра. А сверху сухариками присыпали, маслицем припудрили и в духовку. И такая запеканка, итальянский полпетоне. Лучшие повара вам позавидуют. Скажут, боже, кто ж это так готовит вкусно. А это вы, то есть мы. Самая главная специя майораник, маджорана. Ну, если нет, можно чуть-чуть орегано. Но орегано более крепкий запах, его надо совсем чуть-чуть. Так хаотично. Сливочная маслица. Можно делать из одной картошки. Вчерашняя картошка с обрезками сыра, пару кусочков колбаски, и будет украинский полпетоне. Времени сегодня на съемку, конечно же, нет. Людей валом, надо бежать за покупками. Но цука. Ладно, я промолчу. Делаем зажарочку, смешиваем со срединками мясо, все, что хотим. И делаем цукини-репени. Опять же добавляем майранек. Эта специя дает нам ух. Сегодня у меня перцы один лучше другого. Кривые, косые. Но с начинкой они будут вкусные. Мама, какой это рецепт может быть у гречанного супа? Картошка, гречка и укроп, чи петрушка. Все. Я даже не шашлыки готовлю, чтобы рецепт рассказывать. Могу еще тебе рецепт цибули дать. Берешь, чистишь, режешь, солишь, жрешь. А у меня фаршированные перчики цукини. Берешь, включаешь духовку, вставляешь, запекаешь. И жрешь. Обед почти готов. Все перчики смотрятся. Thank you.
пошел на местный ставочек, карасиков наловил, раз, и в духовочку. Осталось маленький шматочек мяса сделать, и все. Сколько тут его? 3-4 килограмма. Ну такой типа нестандарт мне сегодня на ужин пойдет. А это клиентам. Мини-шашлычок чи мини-балычок. Ну, в духовке запекла. Первый пошел. Сейчас покажу. Электрик. Так. Это все сегодняшнее. Все сверча. Черси. Черток иди до доманджары. Лазанюшка. Рыбка полпетоне. Сесей сэмпраль телефону, коза выкати. Так, суп-пюре. Песто. Помидорчик. Водичка. Отбивный по коридору. И гамбургеры. Так, ну что, начинаем. Первый пошел. Он там разговаривает. Хо-хо-хо. Покажу вам тарелку. Вот такая тарелка. Чуть-чуть сольки. Оп, все. È un elettricista che mangia da me. Ha guardato la macchinetta, ingranaggio con motore, 170 euro il prezzo, più 50 che lo cambia. Lo facciamo, se no il motore nuovo costa 800 euro. Я скоро закроюсь. У меня уже ничего нет. У меня ничего нет. У меня ничего нет, ребята. Последняя порция. Последняя порция. Вон вам полпетоны. Издержки производства. Ну, такое тоже бывает, ребята. Ну, посмотрите, разве можно вот это так? Я забыла на Ане. А раджу сковородку тут было. Был соус. Он чуть-чуть пригорел. Ну, совсем чуть-чуть. Гля-гля-гля. Тарелки повылизывали. Люди добрые, что это делаете? Сковородка зато отмоется хорошо. Ericsson ce la farà, але oggi non lo so. Guarda cosa è successo, guarda cosa ha fatto la Lily. E Ale tutto pieno di pentole di cose e non si capisce più. Niente, povero Alessandro, di qua di là tutta roba sporca, tutta roba così. Экскурсия по квартире номер 356. Это. Кстати, мама, по поводу мяса, вот это что-то, это, мясо есть вредно, ты же знаешь, от него стареют. Да, от мяса стареют, я вам, видишь, мясо не ем, и даже это, не то, что не старею, даже не взрослею. Так что, делай выводы, маман. Я вам, короче, думаю, с этим бросанием курить надо что-то придумать, опять сладенького пожрать. Пошел он клубники насобирал, буду клубнику хавать. Видишь, как он сахарком посыпал, сейчас буду точить. А, он бабушка, знаешь, что додумалась? Это я тебе сейчас показывал, нет? При входе в комнату на кресло зеркало поставить. Это же надо. Сколько ума надо, чтобы такое придумать. Я его уже с просонья раза два чуть не вырубил. Заходишь, только свет, класс, стоит кто-то. Вот так вот. Все, буду жрать клубнику. Надо ж не полениться, а то после работы мусор выкинуть. А тут... Ой. А тут ручка не сквозная. Ой, взялась. И квартира не моя. И земля не моя. Но огород мой. Только что встретила своего соседа. Он говорит, Лель, я внизу убрал. Я сразу не поняла, где это внизу, думаю, квартиру что ли убрал. Не с огорода убрал. Говорит, вижу, ты землю завезла. Я говорю, ну, конечно. А я, говорит, травку собрал. Молодец. Вот он убирает действительно до последней травушки. Глянь, повыщипывал, все на грядку положил, как положено. Говорит, если надо убрать, я уберу. Говорю, ничего не надо. Перегной нам тоже нужен. Видите, у нас уже, оказывается, одуванчики зацвели. Люди говорит, я даже лимон полил.
Наверное, дождь пойдет. Точно что-то случится. Так что-то у нас тюльпанчики повылазали. О, так они скоро цвести начнут. Ну да. Вы же видите, бурубушка выскочила. Ой, как на огороде тепло, хорошо. Не, лимон, конечно, поливаю не. Ой, это не лимон, а одно название. Ничего. Вот это ж, представляете, сколько травы было? Вот столько травы. И вот это он все выскубал. Молодец, лыжень. Пятерочка. Так что, говорит, только ж ты, говорит, тремя мешками не обойдешься. Я говорю, не переживай, лыжина, надо будет, я и КамАЗ с земли припру. Главное, что ты не против. Ну, как у соседа куст красиво цветет. Деревья. Все в цвету. Ой, балдеж какая после работки. Ну, Славуня, глянь, у меня уже хрен прорезался. О, кто-то мусор с балкона бросил. Не представляете? Вот это так людей пугать. Буха это что? Это какая-то цибулина. Вот это вот хрен резной. Его даже можно попробовать. Он когда молоденький, такой вкусненький. Эту травку можно выдернуть. Тут что-то объеденное, но оно тоже скоро... вкусный хрен. А это у меня домашние подснежники. Помните, лесная травка? Луковая. Луковая, по-моему. Лука-чесночная. Вкусная.